Состоялось открытие чемпионата России по легкой атлетике. Он проходит в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной на протяжении 4 дней. На турнирах выявят сильнейших в беге на дистанциях от 100 до 10 тысяч метров, беге с барьерами, препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту и в длину, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метаниях копья, молота и диска. Участие в соревнованиях примут спортсмены из России и Белоруссии, среди них студенты Южноуральского государственного университета.